площадке выводил. Его часть поля. Хорошая передача последовала 18-го. Игры без травм, начало сезона, все набирают обороты. Валил лапся, блядь! Гони его, Саня! Гони его! Вот, стреляй! Итак, опять момент может быть у французов. Все может быть очень опасно. Не надо терять то, что было во время второго гола. Ведь опять передача, опять теряют игроки удар. Видели с вами в атаке. Быстрая атака. Опять от французов, опять потеря. Он идет тысячу удар. И на этом счастье другого тайма встречи, а был
Безусловно, аматоры футбола. Мы выказываем вам новые подряды за подтримку нашей команды в сегодняшнем матче и за...